Далеко не во всех случаях, когда пассажиру плохо на борту, экстренно сажают самолет. Последнее, что в чем сотрудники Навального засветились, это в событиях в Беларуси. Напоминает Украину 1994 года. Помните, как валили Кравчука? Российские войска уже находятся на территории Беларуси легально. Праве крыло слуг народу, оцю дитину сироту, вони вважають ворогом. Але рубати зелений огірок, тобто на руці у президента, це технологічна це помилка. Це, можливо, пані Мендель підказала. Що, да. Я бажаю здоров'я всім, хто разом з нами на Політека Онлайн. Сьогодні мій співрозмовник, політичний експерт Руслан Бортнік. Пане Руслане, я вас вітаю. Добрий день. Нашу з вами розмову почнемо з теми, з тої ситуації, яка склалася навколо Олексія Навального. Я нагадаю, що пан Навальний потрапив до реанімації з отруєнням. Йому стало зле в літаку на рейсі з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Навального на швидкій відвезли до лікарні. Наразі він перебуває в комі, його підключили до апарату штучного дихання. І сьогодні вранці казали засоби масової інформації про те, що Німеччина вирішила відправити літак з усім необхідним медичним обладнанням, щоб його перевезти в одну з німецьких клінік. Однак головний лікар швидкої допомоги номер один Омська, він же й депутат партії «Єдина Росія» Олександр Мураховський, в якій же й перебуває пан Навальний, відмовився видати дозвіл на його перевезення до лікарні за кордон. Пане Руслане, з огляду на ту інформацію, яку ми маємо станом на сьогоднішній день, хотілося б почути ваші коментарі щодо цієї. Ну, спочатку, невзирая на любые політичні разногласия, конечно, ми всі должны желать Алексею выздоровления. То есть человек в сложной ситуации, один из российских политических лидеров, лицо оппозиции в какой-то мере. То есть мы ему желаем, чтобы он выздоровел, чтобы с ним было все хорошо. Безусловно. Ну, а теперь давайте проанализируем то, что произошло. Давайте начнем с обратного. С вашей подводки, почему Россия не выдает, условно говоря. Потому что, ну, мы должны тоже честно к этой ситуации подходить. Есть риск того, что в берлинской клинике, даже дружественной относительно Германии, могут поставить политический диагноз. Мы помним ситуацию вокруг Ющенко, отравления Ющенко, которое даже в Украине не признано отравлением, но тогда немецкие врачи в немецкой клинике ставили отравление. До сих пор мутная история. Австрийская клиника, как сейчас помню. Австрийская, да. Рудольф Энергаузен. Да, прошу прощения, австрийская клиника, но немецкие врачи ставили тот же диагноз. Мы помним историю Тимошенко-Шалите, которая тоже тянулась. Есть риск того, что Запад использует эту трагедию, эту ситуацию для политизации процесса, для обвинения российского руководства в, там, или российской власти в политическом покушении. Вот почему это так действует. Почему не перевозят Алексея из Омска в другую, более специализированную больницу в России, внутри России? То есть тут уже, может быть, какие-то медицинские диагнозы. Вот это тот правильный вопрос, который должны ставить журналисты. Почему он сегодня не в Петербурге или не в Москве, в специализированной клинике, а в Омске? Действительно ли он такой нетранспортабельный? Вот, тем более, что если в этой ситуации другие врачи или родственники берут на себя ответственность за эту ситуацию. То есть они согласны подписать документы на его транспортировку. Вот главный вопрос. До речі, пане Руслане, зараз ми можемо почути і побачити коментар директора фонду боротьби з корупцією Івана Жданова. Мы подошли к этому представителю транспортной милиции, которая подошла с телефоном. Какое вещество? Она говорит, это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты. Больше она ничего не говорит. Какое вещество, мы не знаем пока. Це був відеокоментар директора фонду боротьби з корупцією Івана Жданова, який сказав про те, що співробітниця транспортної поліції оголосила лікарям Омської лікарні, що знайшла речовину, якою отруїли політика Навального, і що вона небезпечна навіть для оточення. Це неофіційна інформація. Це слух на слух. То есть розпространення слуха, розумієте? То есть, може, не существует этого сотрудника транспортної міліції.
Ми ж повинні все ставити під сумнення. Ну, ми абсолютно все можемо ставити під сумнів, починаючи від того, труїли, не труїли. Чоловік в больниці, чоловік явно що за здоровим случаєм, це не ставиться під сумнення. Тобто отравлення, не отравлення, це вже вопрос, ми можемо ставити під сумнення. Тобто, якби, существує цей сотрудник, не существує, правильно ли він був понят, неправильно був понят. Це вже ще три дополнительних питання. Тому відталкується від версії того, що його отравили чимось таким, що опасно для окружаючих, поки, мені кажеться, преждевременно в цій ситуації. Смотрите, что еще, на что я хочу еще обратить внимание в этом деле. Во-первых, Навальный, помним, что хронологию событий. Вечер у Навального там встреча, он что-то употребляет, там какие-то напитки, еду употребляет. То, что он, а утром он употребляет в аэропорту чай. То есть, как бы, на который оппозиция говорит, что, скорее всего, он был отравлен именно этим чаем. Но дело в том, что Навальный не покупал этот чай. Ему его принесли. Ему его принесли его же сотрудники. А человек, который его наливал этот чай, не мог знать, кому он наливает этот чай, в теории. Понимаете? Ну, как бы, или это нужна такая уж тонкая очень работа спецслужб с элементами риска, такого, знаете, лотереи, что называется. А вот кому он покупает чай? Себе, Навальному, там еще кому-то из окружения? Непонятно же ведь, правда же? Поэтому это один аспект. Второй аспект. Сам... Была действительно трута самая в всем чай. Да, большой вопрос. Мы же знаем, вот, потому что мы же сегодня вспоминали Виктора Ющенко, там вот элемента от времени отравления до проявления клинических признаков отравления прошло достаточно много времени. Второе, самолет в воздухе. Вот если бы было бы покушение на убийство именно этого человека со стороны официальных властей, самолет в воздухе, наверное, не садили бы на промежуточном пункте. То есть, ну, долетели бы уже до конца, там час остался. Его резко садят в промежуточном пункте, снимают его резко, стабилизуют больницу. То есть делают потенциально все возможное и невозможное для того, чтобы выиграть время. Ну, там, спасти человека. Ну, до речі, ті пасажири, які летіли разом із Олексієм Навальним, вони там викладали відповідні відео в своїх соціальних мережах, там чутно крики, що людина кричить, просить допомоги, потім з'являються от представники, медики з'являються, от, зокрема, на цьому відео ми можемо бачити і чуємо самоліт крики. Самоліт сидить дуже, так. Да. Да, но далеко не во всех случаях, когда пассажиру плохо на борту, экстренно сажают самолет в промежуточном пункте. Далеко не во всех случаях. Поэтому очень много вопросов в этой ситуации. И не важливо, это там политик, не политик, будь кто. Ну, это самолет, это дорого, он летит, как бы, ну, уровень критичности человека, в принципе, персонал самолета, наверное, оценить тоже достоверно не может. Ну, могли просто сказать, ну, сколько, я не знаю, как вы летаете ли вы разного рода чартерами курортными, но когда я летаю чартерами, ну, регулярно люди без сознания находятся, условно говоря, в самолете. То есть людям, которым может быть плохо. Но я не хочу, чтобы это так рассматривалось. Смотрите, в любом случае делалось все максимально быстро и правильно для того, чтобы выиграть время и сохранить жизнь этого человека. То есть, раз. Второй вопрос. А для чего российской власти сегодня Навальный? Вот какую угрозу он сегодня представляет собой? Он раньше представлял угрозу. Был кандидатом в президенты, возглавлял протесты. Так он не зарегистрировал. Да. Ну, как бы аккумулировал вокруг себя оппозицию. Какую угрозу он сегодня представляет? Никакую. Ну, яке місце Олексія Навального на політичній мапі сьогоднішньої Росії? Виборів в ближайшее время не планується в Росії. Тобто, условно говоря, якщо грати на опережение, якщо сравнювати, наприклад, з ділом Немцова, і там, помнимо, погибший російський опозиціонер, убитий російський опозиціонер. Кстати, убийцы, которого сидят, получили реальные сроки, длительные сроки, и сидят. Заказчикам мне непонятно там, но исполнители сидят. Попомним ситуацию, не помним ситуацию, но знаем о ситуации уже в нашей истории вокруг Черновола. То есть там есть какой-то мотив прослеживается. Выборы там через год-два, и поэтому потенциально можно убирать каких-то людей. Что в России сегодня происходит такое, в чем Навальный мог бы поучаствовать? Ничего. Сегодня. Последнее, что, в чем сотрудники Навального засветились, это в событиях в Беларуси. Вот там, ну, по сообщениям белорусского руководства, принимали участие сторонники Навального на стороне оппозиции. А в подеях у Хабаровска какой была позиция, возможно, Хабаровск, возможно, да, пана тоже Навального? С вами соглашусь. Но хабаровский протест сегодня не является кризисом для российской власти. Более того, он
ну, пошел на такую затухающую. Мы вчера тоже обсуждали долго с коллегами, там внутри нашего круга, обсуждали эту ситуацию. При этом нельзя полностью, я не исключаю отравление, потому что врагов у Навального масса. Политических, экономических, уголовных врагов. То есть, просто... Пригадаем эти фильмы «Он вам не Димон», да. Чего тільки вартують. Ну, тем более после таких фильмов людей не устраняют. Это такой фильм «Залог безопасности». Но какой-то мотивации или подготовленной спецоперации со стороны именно властей не прослеживается пока что. Я не говорю, что ее нет, я не могу этого утверждать. Но ее не прослеживается. І не простежується взаємозв'язок те, що наразі відбувається в Білорусі, і з тим, в якій ситуації достатньо критичній, якщо вірити медикам, опинився пан Навальний. Не прослежується. В повній мірі не можна ісключити якесь трагічне совпадіння. Просто збіг. Да, просто щось в їду чоловіку попало. У нас, я не знаю, як в Росії, у нас ежегодно від пищевых отравлений в Україні умирають сотні людей, умирають, а переживають десятки тисяч. Разное. Нельзя такой исключение. Пане Руслане, 100% віддаєте також належне. Ми розуміємо, що тут абсолютно політичне забарвлення, тому що це неизбежно. Лідер опозиції, по суті, один із лідерів опозиції, хто залишився ще в Росії? Отравлення, отруєння, так. Тут зразу в'яжеться Німцов, Скрипалі, тобто, прийоми спецслужб в'яжеться, звісно. Отруєння чаєм одразу пригадується Олександр Литвиненко. Да, Литвиненко. Ну, это давние все истории. Ну, 2006 рік. Ну, относительно. Но я просто пока не вижу мотивации. Скрипали, Литвиненко, там еще прослеживается мотивация. Ну, спецслужбы мстят перебежчикам. Ну, можно принимать во внимание эту мотивацию. Там может быть. Или уголовники мстят за... Навальный же при чем здесь и как? То есть, все знают, кто такой Навальный. По большому счету, он в значительной мере отыгранная политическая фигура для нынешней России сегодня. Есть более популярные лидеры оппозиции потенциально на данный момент. Поэтому пока логики я здесь не вижу. Политические последствия, безусловно, будет иметь, начиная от возможных новых санкций в отношении России, нового витка санкций, по тому же подходу, как был применен в деле Литвиненко или Скрипалей, заканчивая тем, что это в какой-то мере дискредитирует российскую власть в любом случае. Пане Руслане, а чи можем мы розглядати пана Навального все ж таки, в такому образе сакральной жертвы? Для чего? То есть жертву, сакральную жертву приносят каким-то богам. То есть для чего, кто боги в этой ситуации? Путин. Для чего? Підставити, можливо, через Навального хочуть Путіна. Ну, знову ж таки, можемо тут ворожити на кавовій гущі, але треба розглядати всі версії, в першу чергу мотиви, кому це треба. Даже ви соглашаєтесь, що Путін вряд ли за цим стоїть. Йому це нафіг не нужно. Ну, так виглядить сьогодні, по крайньому случаю. Ну, слухайте, залізти в голову пана Путіна – це дуже складно. Я думаю, що сам Путін інколи не віддає належне тому, що робить. Ми різне можемо Путіні говорити, але ми не можемо говорити, що це чоловік там сумасшедший чи чоловік нелогічний. Це чоловік логічний і прагматичний. То есть действия Путина считаются, сложно, но считаются, они логичны, они последовательны. Зараз ему точно не треба розпочинати конфронтацию с российской на кону оппозицией. Стоит вопрос, возможно, снятия части санкций. То есть, потому что тут Минск в Украине завертелся, то есть могут снять санкции через эпидемию коронавируса, то есть есть определенное ослабление. На кону, на хрупкой очень линии завис вопрос Северного потока 2. То есть, для чего Навальный в этой ситуации? Экономичная доцільність и подставляться, например, Навальным. А политика – это всегда экономика. То есть, в нашем мире это всегда экономика. Эпоха комиссаров прошла, и других романтиков прошла. И сейчас, сегодня она практически всегда экономика. Пане Руслане, бажаємо всім здоров'я, зокрема, бажаємо здоров'я і пану Навальному. Переходимо до іншої теми, яка дійсно цікавить багатьох. Говоримо з вами про Білорусь. Уже понад 2 тижні тривають протести, і наразі лишається відкритими питання, хто кого. Лукашенко зможе залишитися при владі, чи все ж таки протестувальники зможуть домогтися свого і усунути його від влади. Яким є, на вашу думку, найімовірніший сценарій подальшого розвитку подій в Білорусі? Ну, смотрите, сьогодні по факту сложилась ситуація, при которой Лукашенко сохранил контроль над страной, над структурами управления, над силовыми структурами, а протестующие выиграли только право протестовать.
Еще раньше у оппозиции белорусской не было права протестовать, но если она выходила на улицы, ее сразу паковали, то сейчас она может протестовать более или менее свободно. Это все достижение белорусской оппозиции, результатов протестов после президентских выборов. Да, расслоилась частичная элита от силовой вертикали, управленческой вертикали, отошел частично гуманитарный блок, там ученые некоторые, журналисты мы видели, деятели культуры, то есть они начали дистанцироваться от Лукашенко. Но да, нанесен ущерб определенной лукоэкономике сегодня, но в то же время Лукашенко получил очень серьезную внешнюю поддержку. И не только со стороны Китая легитимизацию и России, и легитимизацию, и поддержку ситуации, но и со стороны многих других стран, включая Турцию, там многие другие страны. Підтримку у вигляді чого? Признание результатов выборов. Поздравление с победой. То есть признание Лукашенко президентом. Поэтому реализовать сегодня сценарий, даже венесуэльский, Мадуро Гуайдо, напомню вам, что, ну, зрители наши напомню, кто не помнит, что Мадуро президент де-факто управляет страной, а Гуайдо президент, которого признали США и Европейский Союз. Но он не управляет ничем и не управляет страной. Да, царствует, но не правит, как кто кажет. Да, в какой-то мере. И даже этот сценарий сегодня реализовать очень сложно, если вообще возможно. Пане Руслане, от я пригадую, що в одному зі своїх інтерв'ю, коментуючи події в Білорусі, ви казали, що Лукашенко протистоїть не своїм противникам, а веде бій з тінню і бій зі своїми помилками. А от хто в цьому протистоянні може здобути перемогу? Тінь чи Лукашенко? Який із Лукашенка? Чи його тінь? Судя по тому, що президент Беларуси сегодня, действующий в любом случае президент, потому что не избран новый, нет инаугурации установленных результатов, начал разговор о конституционной реформе. Судя по тому, что все же поменялась информационная политика власти, судя по тому, что власть обратилась к своим сторонникам, где реализуется технология антимайдана, я думаю, что какие-то выводы из этой ситуации сделаны. Но бой с тенью не завершен. Бой против своих ошибок, прежде всего связанных экономических ошибок, политических ошибок. Ведь Лукашенко сам дестабилизировал свой электорат. То есть его избирали под одни задачи, как пророссийского лидера, человек, который продвигает союзное государство, сидит на российских дотациях и за счет этого обеспечивает функционирование, эффективное функционирование лукоэкономики. А напомню, что эта страна по разным индексам в среднем в два раза выше, нежели Украина. Даже если взять этот Doing Business, знаменитый наш либеральный индекс, и там Беларусь выше Украины сегодня. А уровень жизни тоже приблизительно в два раза, ну по параметрам выше, нежели Украина. Но это все базировалось на пророссийском курсе и дотациях российских. Сам же Лукашенко последний год не только начал делать реверансы в сторону Запада, вспомним встречи с Помпео, там поездки в Европу, дело вагнеровцев в конце концов, начал дистанцироваться от России, он и потерял поддержку этой части электората своей, электорат оказался растерянным, но об этом в Украине практически никто не говорит. Год в России, в Беларуси зачищали пророссийские организации. Активно зачищали. Разного рода там фронты и другие структуры. Зачищали белорусский истеблишмент от пророссийских кадров. Белорусские силовые структуры. Белорусское правительство было зачищено от тех людей, которые ориентировались на Москву. Таким образом Лукашенко пытался балансировать. Показать, что вот он обеспечивает суверенитет самостоятельно. И тут ему поддержка старшего брата, за которую надо платить суверенитетом, не нужна. Я вижу сомнения на вашем лице. Ні, да. Я просто хотел запитать вас. Это такая а-ля кучмевская багатовекторность, спроба ее реализовать? Нет, многовекторность Януковича. Ну, фактически Лукашенко совершил тот же геополитический маневр, который совершил Янукович, который совершил второй Кучма. И он дезориентировал своего избирателя, и главное, он дезориентировал свои политические элиты, которые жили вот 20 лет вот так, тут бац, как-то по-другому все, понимаете? И, конечно, этой слабостью попыталась воспользоваться оппозиция. И те игроки, которые помогают оппозиции. Я не думаю, что протест так уж прямо управляется, условно говоря, за рубежом. Нет, конечно. Но они помогают этому протесту. Но он достаточно хаотичным. И мы про это с вами говорили. Он не хаотичен, он децентрализирован. Это другая технология. Понимаете, я в Беларуси был очень много раз за последние годы.
Беларусь самая постсоветская страна. Поэтому, условно говоря, технологии Майдана 2014 года не могут быть применены в Украине, не могут быть применены в Беларуси вообще. Потому что любое насилие, включая со стороны протестующих, белорусское общество воспринимает очень негативно. То есть, имея опыт Украины, то есть негативно. Это была проблема силовиков, которые применили насилие на начальном этапе. А потом Лукашенко еще нагородил понад 300 силовиков, и это еще как-то. Потом пришлось от этого отказаться. Но те, кто анализирует этот инструмент, не понимают, что применение насилия сыграло и против власти, и против оппозиции одновременно. Потому что силовой Майдан в виде захвата учреждений, органов власти, каких-то площадей в Беларуси сегодня невозможен. Общество негативно относится к этому. Раз. А во-вторых, как только оппозиция координируется, что-то масштабное, власть включает кулак. То есть ее легко так разбивать. Именно из-за этого, после того, как первый день протестов 3000 задержанных, второй день протестов 2000, третий день 1000, выбита значительная часть ядра этого протеста. Но Путин начал отпускать. Изолирован, но не всех. Але до сих пор ни одного из лидеров протеста не отпущено. Обратите внимание, никого из лидеров протеста до сих пор не отпустили. Тихановского, ув'язненного Бабарику. Ув'язненный. Станкевич, там, можно так, много сказать. Никто не опущен. Отпущены полуслучайные люди. Те, которые вышли за пивом и пошли протестовать, условно говоря. А те, кто организовывали, были, что-то знали, хотя бы не отпущены. И жесткие действия властей и белорусское сознание, ментальность белорусская, не позволяют оппозиции применять силовой инструмент. Как только они пытаются что-то сделать силой, даже полумирной силой, то есть занять что-то, их моментально разгоняют в силовом ключе. Вообще, более того, знаете, любое насилие со стороны оппозиции оказалось выгодно власти. В конечном итоге. Потому что у него больше силы, и любое насилие со стороны оппозиции, даже метание камней или поход с палками на полицию, видели эти кадры, они тоже есть, оно сразу сыграло против оппозиции. Умеренная часть протеста сразу начала отворачиваться от оппозиции. Они не хотят Майдана украинского. Развала, войны, конфликта такого. Белорусское общество не хочет. Поэтому в Беларуси применяется технология 91-2004 года. И так я ее называю. 91-го года это технология забастовок, которым разрушался Советский Союз в свое время. Массовые забастовки, протесты, попытка применить эту технологию. Потому что до 70% рабочих мест в Беларуси это государство, государственные корпорации, то есть большие предприятия. В Украине такого уже нет, поэтому в Украине это невозможно. Это не нагадывает вам Польшу добы солидарности? Да, я, кстати, недавно читал воспоминания членов солидарности, все они клянут нынешних польских политиков. Говорят, что они повели страну не туда. То есть все лидеры солидарности считают, что они считают себя обманутыми на сегодня. Напоминает Украину 94 года. Помните, как валили Кравчука? То есть по забастовке шахтеров. И напоминает наш Майдан 2004 года, мирный. Вот на второй фазе это выглядело как 2004 год в Украине, когда пытались силовиков обнять, задушить в объятиях. Цветы им дарили, ленточки им вязали, женщины их там пригортали. Обнимали там продукты, да, это четвертый год. Приносило, это четвертый год, когда силовая вертикаль сильна, сила ее не подавить, ее пытается душить в объятиях. Вот что применялось в Беларуси. Кроме того, еще хочу добавить к этой ситуации, кроме экономических, геополитического этого маневра, который нанес урон Лукашенко, экономических проблем. Вот экономические наслідки, какими вони можуть бути? Ну, смотрите, 1,7% сегодня падение ВВП Беларуси. Ну, для сравнения, Украина 6,5, это мы первых полгода, а США более 20. Чтобы вы понимали, уровень падения ВВП сегодня. Но дело в том, что белорусы привыкли к стабильным социальным стандартам, пускай даже не высоким, но стабильным социальным стандартам. И любые даже вот такие изменения, там курса валют, повышение коммуналки, чуть-чуть, оно вызывает возмущение и недовольство в белорусском обществе. То есть они еще не пережили тех шоковых терапий, как мы, там в 10 раз тарифы. Они еще этого не пережили, у них нет еще иммунитета к этим всем вещам. И поэтому белорусское общество на это реагирует остро очень. То есть и даже небольшие негативные социальные изменения, они опасны с точки зрения политики в белорусском обществе сегодня. Мы должны это понимать. И экономические проблемы, конечно, связанные с ковидом и связанные с потерей российской поддержки. Мне видится, что в Беларуси уже забыли про коронавирус, если честно. Нет. Кстати, знаете, сколько заболеваемость в Беларуси? Вот вы помните, мы в свое время говорили, что смотрите, какой классный белорусский опыт. Потом говорили, смотрите, какой он фиговый, потому что заболеваемость такая, как в Украине. Сегодня заболеваемость в Беларуси в 15 раз ниже в день, чем в Украине.
15 раз. Ну, попри те, что тут мы не говорим про социальную дистанцию, якої немає. Карантина не было в Беларуси. Не было. То есть модель, условно говоря, белорусская, ковидная, с точки зрения эпидемической, она более эффективна. Но с точки зрения политической, она оказалась провальна. Об этом я как-то говорил, спорил с коллегами. Почему? Потому что власть не смогла объяснить нормально обществу, почему это так. То есть и вот действия, когда все в мире действуют по-другому, а ты особенно и не объясняешь это нормально. Говоришь, да и едьте в село на картошку, там не будет вам никакого ковида. Когда ты вот так отвечаешь обществу, общество смотрит на тебя и думает, блин, ты не совсем адекватно как-то себя ведешь, понимаете? Вот подрывает доверие к такого рода трактовкам. Надо было нормально все спокойно объяснять. Кроме того, складывается в этой ситуации возвращение белорусской молодежи массовое. В связи с карантином с Европы вернулась значительная часть белорусской молодежи. То есть она проевропейский настроена. Это ядро протеста, это же молодь. Да, да. То есть те люди, которые учились там в Прибалтике, в Польше, многие из них вернулись в Беларусь в связи с карантинными ограничениями. Ну, и они сегодня представляют собой то или иное ядро. Ну и действия России. Тоже надо отдельно вспомнить. Я знаю, сейчас будет много фу, но мы честно с вами всегда говорим. Складывалось впечатление, что на определенном этапе Россия действовала в отношении Лукашенко так, как она действовала в отношении Януковича или Кучмы. Она пыталась максимально его ослабить. И многие кандидаты, оппоненты Лукашенко на этих выборах явно поддерживались российскими экономическими и политическими кругами. Любого возьми. То есть практически, начиная от там, Тихановского, Барбарика, там, других, все они имели связи с Россией, все имели поддержку, все имели политтехнологов оттуда. В той или иной мере. Для чего? Пане Руслане, а все ж таки, яку небезпеку, певно, може нести Лукашенко для Путіна? Никакой. Ну, просто он для него проблема. Почему? Потому что одна из моделей развития политической ситуации на этом пространстве предусматривала более глубокую интеграцию Беларуси в состав союзного государства. То есть передачу части полномочий и суверенитета. На этом настаивало публично, официально настаивало российское руководство последних полгода. Там, это был один из элементов, это был вариант А конституционной реформы для России. Только вариант Б это было продление сроков. Но он не сработал в силу того, что Лукашенко упирался. Не хотел делиться этим суверенитетом. И претендовал на определенную роль, высокую роль в этой будущей общей политической системе. Мы забыли все, что Лукашенко в свое время реально рассматривался как возможный президент объединенного российско-белорусского государства. Особенно в эпоху позднего Ельцина. А потом казали про посаду спикера, главы спільного парламента. Но в любом случае Лукашенко в случае интеграции претендует на высокую роль. Если не равную, то вторую позицию в российском государстве. Российские элиты не видят Лукашенко в такой роли. И поэтому там те элиты, которые связаны были с Газпромом, говорят, те элиты, которые были связаны, ориентируются на Бабича, замминистра экономики, говорят, что они приложили огромные усилия для дестабилизации Лукашенко. Пане Руслане, а вот на вашу думку, за каких умов Александр Лукашенко может покликать войска Путина на допомогу? А почему вы думаете, что он уже их не позвал? То есть прямого... Гаразд, тоді за яких умов війська Путіна увійдуть на територію Білорусі? Смотрите, Білорусь – это не Донбас, Білорусь – это Крым. Російські війська уже знаходяться на території Білорусі легально, в двух базах, там, связанных с противовоздушной обороной сегодня. То есть численность их там, она небольшая, но они уже легально находятся. Потенциально их можно применять. Раз. Во-вторых, Беларусь – это часть союзного государства, недосформированного, но многие соглашения заключены в рамках этого союзного государства. В-третьих, Беларусь – это часть организации договора о коллективной безопасности, ОДКБ. И там прямо в документах ОДКБ написано, что страны по запросу друг другу помогают в случае агрессии, внешней агрессии. Но Беларусь же нынешнюю ситуацию руководство трактует как внешнюю агрессию, правда же? Поэтому, условно говоря, правовая база для введения, для расширения российского контингента на территории Беларуси существует. Но это сегодня уже, и она легко может применяться. Более того, ходят активно слухи о том, что якобы такой запрос от белорусского руководства получен российским руководством. Значит, есть уже проект указа Александра Лукашенко. Ну, разные. Говорят, я так, чтобы не говорить совсем виртуально, скажу, что я данную информацию читал в телеграм-канале одного из депутатов Верховной Рады Украины.
То есть, кому будет интересно, напишу в приписках, чтобы не рекламировать его здесь. Ну, прізвище ви не будете називати, як завжди. Да, да. Пане Руслане, я хотів би нагадати, що під час нашої минулої розмови ви сказали наприкінці, що ви будете, можливо, зустрічатися із Олександром Лукашенком. Сьогодні сказали, що у вас є відповідно запрошення. Закликали нашу аудиторію в коментарях під попереднім відео ставити питання, які би ви могли б озвучити Олександру Лукашенку, коли може відбутися ця зустріч. Так, поки непонятно, произойдет ли она вообще, потому что приглашение было еще дореволюционное, до карантинное. Поэтому пока, к сожалению, непонятно. Надеюсь, что эта встреча пройдет, потому что у меня много вопросов. Много украинских вопросов к Александру Лукашенко. У нас 5,5 миллиардов долларов оборот, торговый оборот. Мы для нас Беларусь — это узкое горлышко для выхода на рынки СНД. У нас Минский переговорный формат, у нас вопросы границ, вопросы Чернобыльской зоны, взаимного проникновения радикальной группы туда и сюда. То есть у нас огромная масса сегодня вопросов украино-белорусских, которые должны решаться. И то, что сейчас происходит в украино-белорусских отношениях последний месяц, они прожили какую-то, знаете, просто сумасшедшую стадию, эти отношения, начиная от договоренности встретиться в октябре между президентами после телефонного разговора, несмотря на то, что Лукашенко был не переизбран, заканчивая отзывом посла. То есть вот они прожили много стадий отзывом посла Украины и в Беларуси для консультации. Хотя мы помним достаточно такую теплую, доброзичливую, публичную частину встречи Александра Лукашенко и Володимира Зеленского в Житомире. Если украинская дипломатия будет не вести себя неправильно в этой ситуации, если Беларусь пересмотрит свое отношение к Украине, у нас будет серьезный кризис на северных границах. И у нас будут серьезные экономические потери. И эта криза может вылиться в что? Белорусский кризис может стать украинским кризисом. Мы должны тоже это понимать. При определенном сценарии, например, силовом сценарии, при сценарии, когда протесты были подавлены при помощи, например, России и Беларуси, белорусский кризис трансформируется в украинский кризис. И мы сегодня должны думать, и мне кажется, что в офисе президента нифига думать не хотят по этому поводу, или отстают интересы других государств, другие неукраинские интересы в этой ситуации, что мы будем делать в случае дальнейшего ухудшения украино-белорусских отношений. От питання, чи задумуються на банковій про це, чи думають взагалі отак всебічно про наслідки, які можуть бути за результатами, я сподіваюся, врегулювання ситуації, яка є в Білорусі. Пане Руслане, ми знаємо, що влада готується до інавгурації Олександра Лукашенка, попри протести, яка має відбутися у найближчі два місяці. Вже є дати. Да, ну, мої собеседники називають дати в першій половині сентября, сьогодні більш вероятно. Хоча по закону білоруському інавгурацію можна провести приблизно до 10-х чисел октября. До 10-го. Ну, можливо, пан Лукашенко зацікавлений провести якомога скоріше. Якщо говорити про інавгурацію, вона може стати от своєрідною відправною точкою і спричинити ескалацію цього протесту? Так, да, вона може спричинити ескалацію, але це може бути і, знаєте, така себе приманка для опозиції. Власть не проти ескалації в Білорусі. Тобто вона побідить цю ескалацію. Чем больше эскалации, тем хуже образ... Монопольное право примусу. Да, тем хуже имидж оппозиции же, правда, в этой ситуации. Но по итогам силового противостояния в этой эскалации, я думаю, ну, пока что явно сила на стороне Лукашенко. Пока что. Более того, российское плотное присутствие, усиливающееся присутствие в информационной сфере, в силовых структурах, то есть в Беларуси, только усиливает преимущество Лукашенко в данный момент. Поэтому, мне кажется, любая эскалация – это против оппозиции. Оппозиция должна искать другие форматы. И, мне кажется, наиболее плодотворный сегодня формат для оппозиции – это все же переговоры с Лукашенко при посредничестве России. Посредничество Запада Лукашенко не примет его. А переговоры при посредничестве России в части расширения политических свобод, передачи части полномочий в тому же парламенту, возможно, досрочных парламентских выборов в Беларуси и допуска оппозиции на парламентскую эту модель, это достаточно вполне реализуемый сценарий. До речі, пане Руслане, вчора відбувалася зустріч Ангели Меркель з Еммануелем Макроном, і вона заявила про те, що ситуацію в Білорусі вона змушена обговорювати, і в цілому Європейський Союз спілкується з Володимиром Путіним, а не з Лукашенком, оскільки той відмовляється розмовляти з політиками Європейського Союзу. Удивительно, да, хтось відмовляється говорити з політиками. Ну, треба було ще Штайнмайеру позвонити Лукашенко і предложити йому посреднические услуги. В своє время Янукович уже на це повелся.
Мы это помним, эту ситуацию. Ну, теперь так. Давайте серьезно говорить, что все чудесно понимают, ну, немецкая дипломатия не предлагала модели, приемлемой для Лукашенко. Немецкая дипломатия и звонки Меркель, которые, скорее всего, должны были транслировать, предлагала модель передачи власти. То есть я вам звоню обсудить с вами сдачу власти. Как вы думаете, ну, независимый человек, человек, который уважает себя, свое государство, будет вести себя в такой ситуации? Не буду продолжать. Это хорошо, что он не поднял трубку, потому что, возможно, Меркель услышала бы о себе давно, некоторые давно забытые русские слова. Да, ну, мы же говорим серьезно. И роль Запада в качестве переговорщика, то есть нейтральной стороны, посредника сегодня в мире серьезно дискредитирована. Югославиями, Косовами, Ливиями, Сириями, Украиной, Грузией и всем остальным дискредитировано. Потому что Запад не выполняет роль посредника или нейтральной стороны. Он подыгрывает одной из сторон. Причем при том, что Лукашенко считает, что именно страны ЕС стоят за попыткой дестабилизации. Поэтому такой переговорщик не подходит, и может быть хорошо, что этот разговор не состоялся, может быть это оставляет шанс на то, что стороны пообщаются в будущем. Цікаво, наскільки от ганебно політикам Європейського Союзу, тій же Меркель, коли вона хоче поспілкуватися з Лукашенком про ситуацію в його ж Білорусі, він її відмовляє, говорить вона про це. Ну, представляєте собі, там Лукашенко дзвонить Макрону і говорить, ну, хочу поговорити з вами о мирній передачі власті жовтим жилетом. Смешно, фантастически, но Европа это проделывает постоянно, пытается проделывать. С Европой надо дружить, торговать, на особо много общего. Но настолько они перестали уважать все эти постсоветские страны, включая нашу, что уже это просто иногда... Лукашенко так показал им да, вот зубы. Если бы Меркель позвонила бы Турчинову в апреле месяце 2014 года и сказала, ребята, а что за хрень? А почему вы не выполняете соглашение, под которым мы подписались? Подписался Штайнмайер, министр иностранных дел Франции, Польши. Мы сейчас такие санкции вам впаяем за невыполнение этих соглашений. Такая позиция Европы имела бы авторитет во всем мире. Понимаете? То есть я говорил бы, Лукашенко, что ты не поднял телефон? Пане Руслане, можемо пригадати ту угоду, яка була підписана в 20-х числах лютого, яка так і називалася, угода про регулювання політичної кризи в Україні. Ми пам'ятаємо добре ті пункти, які там були прописані. І все це було моментально забито європейськими партнерами, як тільки победила страна, яку вони підтримували. Моментально забыто. Потом Лукашенко понимает, что это просто ничего хорошего не принесет. Что этот разговор не имеет смысла, только усилит конфликт между ними и Западом, когда он пошлет Меркель. И поэтому он от этого разговора дистанцировался. Это один блок и еще такое... Я не исключаю, что сегодня блок на внешнюю коммуникацию, что отсутствие внешней коммуникации между Лукашенко и Западом сегодня это условие России. Это второй серьезный аспект, надо подумать об этом. Потому что, ну, хочешь сам говорить с Западом вилять, иди договаривайся, ты уже договаривался целый год. Видишь, что у тебя в стране происходит. Поэтому я не исключаю, что это часть договоренности с Россией, что Россия замкнула на себя всю коммуникацию внешнюю. Ну, там, наверное, кроме Китая и других стран восточных, между Белоруссией и Западом, другими странами. Пане Руслане, будемо завершувати нашу розмову по цій темі, яка пов'язана із Білорусі, але продовжимо ретельно стежити за перебігом подій в цій країні. Я пропоную дещо, знаєте, так понизити градус серйозності нашої розмови. Поговоримо про наші українські реалії, про українську політику. Зокрема, в рамках робочої поїздки в Запорізьку область президент Володимир Зеленський відвідав виставу артистів Скійного театру на острові Хортиця, які показували трюки з використання шабель і батогів. Зеленському от поклали на долоню огірок. Що відбувалося далі, зараз ми побачимо. Ох, який козарлюга. Ну, батолубаси, давай! Давай! Красавчик. Конечно, козарлюга такий. Но не рубит, обратите внимание, сейчас очень короткий жест делает. Мені цікаво, як на це все реагувала охорона президента. Серйозно і шутить. Давайте пожартуємо. Я вважаю, що чоловік,
який представляє партію, головним кольором якої є зелений, так, не може дозволяти рубати в себе на руці огірок зелений. Який зеленого кольору? Треба було класти червоний помідор. Тобто ви тут вже простежуєте певний такий символізм. Ні, а тепер, якщо серйозно, ми можемо до цього по-різному ставитись, поражатися з цього, але суспільством це сприймається підсвідомо негативно. Це помилка технологій. Помилка технологій. Тобто сам підхід може і нормальний, хоча рубати з шаблею рукою президента по руці теж, неможливо, щось треба інше придумати. Дати президенту з гармати вистрілити в кінцевому результаті. Але рубати зелений огірок, тобто на руці у президента, це технологічна помилка. Це пан Подоляк не допрацьовував, який працює. Я не знаю, я думаю, що він до цього не причетний. Це хто був поряд. Десь не підказав, можливо, що це... Можливо, пані Мендель підказала. Що, да. Ну, добре. Може. Може. Ви думаєте, вона на нього настільки ображена? Не знаю. Пане Руслане, знаєте, от що мене найбільше в історії з цими поїздками Зеленського буря? Те, що президент, виступаючи в регіонах, виступає на тлі політичних банерів власної політичної сили. Давайте так скажемо, це піар, це чергове президента витягнули, як перед парламентською кампанією, і використовують його в якості віп-агітатора. Віп-агітатора під час виборчої кампанії, місцевої виборчої кампанії «Слуг народу». З одного боку так роблять всі президенти в світі, з другого боку так робити неправильно. Цей президент інший, він мав би так все ж таки не робити. При всій моїй повазі до Зеленського, його справа, зовнішня політика, нагадаю, да, і оборона. Якого біса їздити по большій стройці, тобто це справа прем'єра, це справа відповідних міністрів, це не його справа, він не займається будівництвом, він не відповідає за ці галузі взагалі. Це лише, на жаль, такий собі передвиборчий піар. Пане Руслан, у кожного з наших президентів була якась така ідея фікс або проект, яким займався. Там Ющенко опікувався там питанням, які були пов'язані з історичною пам'яттю і Голодомором. Порошенка там був свій комплекс, Порошенко був про все. А у Зеленського велике будівництво. Але ж це все було неправильно, і ці президенти вже не президенти, не спрацювало. Висновки якісь треба робити на сьомому, там, що на шостому разі. Наступають на ці ж самі гроші. На шостому разі вже, да? Да. Крім того, я вам ще скажу, ви розумієте, оці сюжети, які зараз запускаються так по телеку, вони в опозиційній аудиторії викликають взагалі агресію. Тому що частина каже, президент має займатися там питаннями війни і миру, чому нічого не робить. А частина просто каже, а може президент звернув би трішечки увагу на ситуацію з Максимом Ткачуком? На дитину-сиротою, яку викинули незаконно з Євробачення конкурсу. Тобто, я взагалі хочу сказати зараз президенту, сподіваюся, що хтось його почує. Після цієї ситуації з Максимом Ткачуком будь-яке привітання президента, дітей, сиріт, буде наштовхуватись на цю ситуацію, буде наштовхуватись на агресію, просто соціальну. Тому що президент мав би втрутитись в цю ситуацію. До речі, в деяких телеграм-каналах, а я постійно повторюю, що я з великою пересторогою ставлюся до тої інформації, яка публікується в телеграм-каналах. До анонімних телеграм-каналів. До анонімних, давайте звісно, так, Не анонімні телеграм-канали, це повноцінні медіа, їх можна читати і цитувати. Кілька днів тому активно писалося про те, що в офісі президента, можливо, відбудеться зустріч Володимира Зеленського з цим талановитим, безперечно, хлопцем, але сьогодні п'ятниця і поки що такої зустрічі не було. Сироту 12-літню позбавили законно здобутого права виступати на дитячому Євробаченні. Брати участь в національному відборі. Він не переміг. Да. Просто нагадаємо історію, що він переміг в конкурсі в Лондоні, а до організації цього конкурсу були причетні там російські компанії. Я одразу хочу пригадати, можливо, тим, хто забув. У 2018 році у Києві відбувався фінал Ліги Чемпіонів. Фінал Ліги Чемпіонів організовує УЄФА. УЄФА. Главний спонсор «Газпром». Хто спонсорує УЄФА? Російська компанія «Газпром». Коли відмовився від цього? Коли відмовився від участі в матчах Ліги Європи, взагалі в змаганнях УЄФА в цій ситуації? Президента підставили в цій ситуації, але він підставився сам далі. Відсутність його реакції, мабуть, обумовлена, я думаю, тими порадами, які дають сьогодні люди, типу там Тимошенка, групи «Право» і всього іншого. Пане Руслане, 15 місяців ми постійно чую, скажіть, що президента підставили. Да, самого президента був бізнес в Росії? З росіянами? Зберігаються якісь інтереси економічні? Зберігаються ж, правда? Він же сам дуже вважати, з точки зору його побутової логіки, він має розуміти, що це взагалі не проблема. Що ця дитина нічого не порушила.
Що її таким чином викидувати з конкурсу, це лише провокувати соціальну агресію. Гаразд, вона ж не виступала в окупованому Донбасі. Максим не виступав в Криму. Чому, знаєте, чому з Максимом так трапилося? Тому ми ж розуміємо, що це просто приключка. Це через виконання його цієї пісні «Смуглянка». От праве крило «Слуг народу», люди, які оточили президента, вважають Максима представником ворогів, ворогом вважають. Оцю дитину сироту вони вважають ворогом. І вони роблять він же з цією піснею переміг на міжнародному змаганні. І вони роблять все. Вони задурюють президента, нашіптують йому вуха, щоб дати такий меседж суспільству, що всі, хто будуть мати іншу неправу точку зору, вони всі, незважаючи на закон, на етику, на якісь, ну, християнські стандарти, вони всі будуть придушуватись державними механізмами. Пане Руслане, знаємо, що Євробачення – це, ну, дуже заполітизований конкурс. Історія з гранджолами нічого не навчила. Історія з Марув. Ну, це ми кажемо про доросле Анна Євробачення. Марія, нічого не навчила. Пам'ятаємо? Це ж... дует Анна Марія, Крим. Так. Це ж та сама ситуація. Аласанія, наша напівдержавна компанія. Вони ж створювали ті самі проблеми для дорослих учасників. Сергій Притула, який був ведучим національного відбору, у кожного учасника запитував, чи Крим? Да. Найправильніше питання на відборі до Євробачення. Це єдине питання, яке можна поставити. Ну, ми пам'ятаємо гринджоли. Це вже був такий дійсно підхід, яке було місце, як високо оцінили в Європі таке мистецтво. Маємо те, що маємо. Пане Руслане, 2 місяці залишається до проведення місцевих виборів. Mm-hmm. Час ще, 25 жовтня. Які ви от станом на зараз спостерігаєте оці тенденції, які є в виборчій кампанії, яка поки що стартувала де-факто, а має стартувати де-юре, якщо не помиляюсь, 5 вересня? Тенденції поки що в нас стандартні. Тобто перемога місцевих еліт масово по всій країні майже. Майже всюди будуть перемігати місцеві непарламентські еліти. Вони набирають, що не від 30 до 70% приблизно збирають місць, в залежності від регіону. Ну, якщо ми беремо обласний рівень і рівень обласних центрів. Тобто перемога місцевих еліт, невисокі рейтинги влади, інтегрально десь, ну, за моєю оцінкою, 15-17% по Україні, не більше того, на місцевому рівні, тому що немає впізнаваних фігур. І боротьба за регіони між парламентськими партіями. Західна Україна, Європейська солідарність, Тимошенко, там почнеться центр України, південь України, Слуга народу, схід України, ОПЗЖ. Тобто от вони між собою розтягують рештки цього електорату, політичного електорату. От такий тренд. За результатами цих місцевих виборів ми побачимо, як на авансцену вийдуть регіональні еліти. Нас не хотіли ми регіоналізації, отримуємо якусь іншу форму. Не хочу казати поганих слів на фе і на... Та можете вже сказати. Не хочу казати про феодалізацію, хоча можна було б йти шляхом федералізації в свій час. Ну, після спроби творити свого часу Південно-Східну Українську Автономну Республіку, яку охрестили пісуаром, можна казати вже... Розумієте, замість федералізації ми отримуємо феодалізацію. Регіональні еліти виступають на перше місце, центральні політичні проекти їм вже не потрібні, вони йдуть від своїх політичних проєктів, вони всюди майже будуть перемагати. Навіть в тих регіонах, де нібито сильні позиції парламентських партій, франшизи парламентських партій на корню скуплені регіональними елітами. Можу про багато таких регіонів сказати. Що це означає? Що, наприклад, у вас є, ну, давайте візьмемо якийсь регіон там Дніпро, ну, умовно кажучи, регіон Дніпро. У вас є там набір парламентських партій успішних. Є там у нас «Слуга народу», «Європейська солідарність», ОПЗЖ, але не тільки номінально ці партії. Реально люди, які йдуть від цих партій в цих регіонах, це люди конкретного там Іванова, Петрова, Сідорова, не будемо казати конкретні ці імена. Тобто вони скуплені на корню. Навіть там, де вони мають хороші рейтинги. І в нас регіональні еліти після цих виборів серйозно дуже піднімуть голову. У команді Зеленського сподіваються, що через нову районізацію, через те, що вони не заважають цим регіональним елітам, що вони з ними таким, це частина їхніх домовленостей. І що саме «Слуга народу» буде формувати коаліції більшості в місцевих радах. Але ви знаєте, як там, оказана услуга, вже не оказана услуга потім. Не факт, що ці коаліції дійсно будуть потім сформовані саме «Слугою народу», а не між собою регіональними елітами. Тому, пане Руслане, буде гаряче. І ще одне, ми з вами спілкуємося напередодні свята. Да. 24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Щоб ви побажали Україні, українцям, усім тим, хто дивитиметься цю розмову? Я бажаю все ж таки, щоб швидше закінчився наш шлях в пустелі,
на біблійський цей шлях. І ми прийшли до фінальної точки і почали дійсно не руйнувати стару країну, стару Україну, а почали будувати нову Україну на фундаментах старої України. Щоб ми почали дійсно творити нашу країну, щоб ми змогли б забезпечити хороші соціальні стандарти нашим людям, щоб ми прокривали якісь лінії розвитку в майбутнє, в місце своє в цьому світі знайшли, щоб ми, окрім незалежності, нарешті відновили і суверенітет. Тому що незалежності в нашому світі мало для того, щоб бути успішними. Треба мати ще й суверенітет, тобто можливості самостійно приймати рішення. Поки що ми одна із двох країн в світі, яка за аналізом Світового банку, з період 1990 по 2018 рік мають нижчий ВВП, ніж в 1990 році. Друга така успішна країна – Грузія. Реформована країна. Нам потрібно відмовитися від нинішніх моделей, колоніальних моделей, які нам нав'язуються ззовні. Нам потрібно шукати нову внутрішню солідарність, де всі люди, незалежно від мови, від політичних взглядів, поглядів, які люблять свою країну, разом будують цю країну, нам потрібно шукати новий суверенітет і нові точки розвитку для цієї країни. Лише, ну, я буду зараз казати банальні речі, але лише об'єднавшись еліти, якось між собою, різні еліти, сіро-буромаліни, які завгодно еліти, зможуть дійсно жити добре в цій країні. Поки ми роз'єднані, поки нас будуть розривати. От нам потрібно шукати солідарність, потрібно шукати точки розвитку, потрібно боротися з корупцією і, ну, потрібно розвивати свою країну. Пане Руслане, дуже вам дякую за цю розмову, за це спілкування. Політичний експерт Руслан Бортник був гостем студії «Політека онлайн». Я всім бажаю міцного здоров'я, невичерпного оптимізму. Дякую, що ви разом із нами. На все добре.